Мне 9 лет. А вы знали, что конёк-горбунок помог моей прабабушке перелететь Атлантический океан и побывать на своей малой родине, в городе Ишиме? А все потому, что она перевела конька-горбунка на испанский язык в прозе. Сейчас я нахожусь в музее имени Петра Павловича Чершова. И вот эта книга, которая переведена моей прабабушкой в прозе на испанский язык. И еще она нарисовала к ним иллюстрации. Сказка «Конёк-горбунок» переведена на все языки народов мира. Пока!